Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казаку Фэмили, и мы продолжаем проходить уже второй эпизод такой игры, как Ангел Кровопролития. Я зашел в это меню, чтобы музыка громко не играла, так что присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек, а мы, в принципе, погоним. Так что начнем новую игру, всем приятного просмотра, приглашайте друзей, ставьте лайки, а мы, в принципе, посмотрим, что будет дальше. Полный вперед. Комната Б3. Приехали. Рэй. Б3. Зак. Вот если бы сразу поднялись на самый верх. Бесит уже останавливаться каждый раз. Да что же ты снова искать лифт? Похоже на то. Ну что, помогай давай. Ты уж получше меня соображаешь. Выберемся наконец из этой, блядь, дыры. Да, я постараюсь быть тебе полезной. Пам-пам. И тогда ты раз поклялся, когда выберемся, убей меня. Слушай, хорош уже в сотый раз повторять, я сам знаю. Заперто. Текс, товарищи, начинаем испытание. Испытание для общего понимания, да? Так, сейчас я тут поставлю на всякий случай солюшу, чтобы у нас не было лишних телодвижений. Так. Ну. Сейчас. Такс. Что ж нам делать? Текс. Дверь. Заперта. Чё тебе? Да говори уже, я мысли не читаю, знаешь ли. Ну, сомневаюсь, что ты поможешь. А? Слушай, не тяни кота за хуй. Раз пришла, говори. Дверь не открывается. А в комнате больше ничего нет и... То есть, что делать дальше, ты не знаешь. Но откуда я знаю, должен знать это все. Ну да. Нет уж, постарайся, ты тут у нас хорошо расправляйся с дверьми. Думаешь, стоит посмотреть еще раз? Блять. Так и знала. Что же делать? Ну-ка, что тут в сумочке, если были бы какие-нибудь инструменты? Но это... Эй! Эй, ты что, до сих пор так и не открыла ее? Пока нет. Что-то там в сумке ковырялось. Думал, может, найду что-то подходящее. Ну и что там у тебя? Нитки, иголка и... Нитки с иголкой? Ты что, умеешь вот этим взламывать замки? Да нет у меня таких способностей, скважины тут нет. Тогда на кой черт ты тащишь с собой все это дерьмо? А, пора кончать с этим дерьмом. Ну здесь же решетка. Заткнись, пока не попробуешь, сама знаешь. А, я напрочная. Железная же. Раньше нужно было говорить, руки, блядь, окаменели. Я же сказал, что здесь решетка. Блядь, а это что такое? Ложись! Пули? Пули у бабули. Будто осиное гнездо.
Простите, что припозднилась, приветствую. Вы такие тупые, что я даже задремала. И как же вы умудрились до сих пор не умереть? Особенно ты, Зак. Какая потрясающая интуиция. По правде говоря, я всегда думала, что ты станешь изумительным грешником. И эти ожидания окончательно пробудили меня ото сна. Слушай, я понятия не имею, что там тебя пробудило. Так что живо открывай. Господи. Конечно, с удовольствием вы отвечаете требованиям. Да, тест пройден. Чего? Я палач, я палач, надумайте мяч, мяч. Палач, палач, надумайте мяч, я палач. Добро пожаловать, мерзавцы. Я буду указывать вас до тех пор, пока вы не будете крёпчены. Потому что мне это дозволит. Какой противный голос. Грешники? Блять. Это третий день голос говорит, что она собирается делать все, что вздумается, эта сучка. Блять, да какого черта я должен все это терпеть? Неси свои сонные бредни во сне. Рэй, идем, дверь открылась. Ага. Так. Флор. Еще флор. Еще флор. Так, понятно. Понятно. Ворота заперты. Эх, может стоило сначала открыть ворота, чтоб не прошли? А как же ты нетерплив, болван? Знаешь ли, я только что проснулась и еще не закончила макияж. Чё? К тому же, вы должны соблюсти некоторые формальности перед тем, как получить наказание. Так, не лучше ли вам подумать о своем внешнем виде? Вам следовало бы последовать моему примеру и подготовиться к принятию своей кары. Для этого я даже не открыла вам дверь. Чё? Какую? Да о чем она говорит? А, пойдем осмотримся. Смотря где осматриваться. Здесь что? Чё за... Да, преступников фотографировать. Поэтому вам следовало бы сделать... макшот. Чё за макшот? Портретное фото, Айзек. Разве ты ни разу не делал такого? Как мило, я буду хранить его как зеницу ока. Ай, Рэйчел, и ты тоже? Мы всего лишь должны сфотографироваться с именной табличкой. А, идиотизм. Так. Люди на фотографиях, окей. Так, на табличках написаны имена. Что написано? Мое имя и твое тоже. Имя? Ну да, это же макшот. Нужно повесить на шею, наверное. Окей. А кто фоткать будет? Ну? Если б я знал. Я никогда не снимал и не снимался. Тогда, может, сначала снимешь меня? С чего бы это? Для начала, зачем делать эти тупые фотки? Чтоб пройти дальше? Не любишь фотографироваться? А, черт с ним. Тогда я сделаю фото, когда ты будешь готов. Чё? Готов? Тип того. Давай уже. Ну, встань на место. А что, так нельзя? Будет размыто. Ты серьезно? Да, стой так. Что, сюда нажимать? Да. Господи, как можно вообще снимать такую кислую мину? А не жизнь слишком сильно, иначе размоется. Конечно, все размазалось. И так сойдет. Ну да, теперь, похоже, можно пойти дальше. Окей. Оригинально, оригинально. И куда дальше? Сюда, что ли?
Нифига. Как бегать? А, вот так бегать. Так. А, сюда вообще нельзя. Чё? Это чё, детские рисунки? Тут какие-то рисунки. Что ещё за мазня? Ага. Так, пока в том... Ну как вам картинки? Показания, которые я подготовил для вас, просто потрясающие. Замечательно, правда? Хоть сказать, что в этом мазне есть что-то крутое. Но я ведь так старалась. Ах, ну ладно. Что более важно, я им рисовал вам право выбора. Какой еще выбор? Существует множество видов наказаний. Чтобы провести всю свою жизнь в тюрьме, вы могли бы провести знаменательное время, неспешно думая свои грешки. Наверху вас ожидает множество тяжких наказаний. Но за решеткой, что перед вашими глазами, скрывается замечательная тюрьма, где вы чудесно проведете остаток дней. Ну, что будете делать? Думаешь, кто-то в здравом уме согласится на это дерьмо? А, да, учитывая, что там за вами будет заботиться до конца вашей жалкой жизни. Так что, как только захотите выбраться в тюрьму, непременно сообщите мне. Что это за ерунду, она спрашивает, как будто мне вот так просто захочется туда идти в тюрьме до конца жизни, разве это не значит, что мы скоро умрем? Эй, не слушай этот бред, пойдем наверх. Пошли. Первое наказание. Другого пути нет. Да. Закрылась. Чё, уж больно здесь все любят двери запирать. Воу. Электрический стул? Сколько стульев? Это люди или куклы? А центральный стул? А, это хренодензи для чего? А? Подожди. Подожди. Так. Сохранимся, пожалуй, сколько будет уже. Так. А я так понимаю, что тут тупик, да? Ясно. Все, что сидят на стульях, куклы? Да. Ты давай думай, как пройти дальше. Окей. Ты тоже осмотрись тут. Ну, ладно. Так, подожди, а стул? С ограничителями? Пахнет гарью? Окей. Механизм? Что нам делать? Так. Ткани, средства для уборки. Говорила, что пытаясь ломать железные штуки бесполезно. Все же для чего эти куклы? Не знаю. И кто же корячится сделать их? О чем ты? Дурацкое это занятие, говорю. Ну да. Че реально с куклами? Протереть их, что ли? Ткань, 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 ткань. Опа-на, опа-на, вот такие вот дела. Так.
карточки. Такс. А сзади дверь закрыли? Да? Блин, а что делать? А тут тоже шкафы? Нет? Посмотрим еще раз. Слушай, если у тебя есть время на болтовню, поищи выход. Я устал стоять на одном месте, это напрягает. Здесь полно стульев, если устал. Сидеть на коленях у куклы сомнительное удовольствие. И чё? Тут же выхода ни хрена нет. Чё? Какая-то подозрительная, идти некуда, открыть нечего. Кукла ничем не отличается. Может сказать Заку? Он рассердится, но... Ну давай. Нашла что-нибудь? Не. Блин, хорошо посмотрела? Да, наверное, но... Выхода нет? Ну... Чёрт. Что, действительно ничего нет? По крайней мере, я не вижу. А, раз так, может просто расколошматить здесь к чертовой матери? Все ж лучше, чем стоять вот так. Нет оснований. Какие к черту основания? Я не нуждаюсь в основаниях, чтобы что-то сломать. Все равно подожди еще немного. Да надоело. Как же бесит, что ни впереди, ни назад не пройти. Слушай, мне кажется, не стоит садиться на этот стул. А, не говори ерунды, я устал. А дальше? Лучше спуститься, Зак. Да что я там забыл, ты же не нашла ничего. Ну, этот стул... Что этот стул? Мне кажется, он для казни, это электрический стул. А? Бля, что за хрень? Рэй, сделай что-нибудь. Хорошо, подожди немного. Та-дам, а вот и я. Зарубите себе на носу, что я палач этого этажа. Ну что, грешники, как вы провели время? О, похоже, не очень. Зак сел на этот чудесный стул. Дерьмо, ты развяжи меня. Что ты сказал, развязать тебя? Разве бывают палачи, не карающие преступников? А, Зак? Мой пульс участвуется при мыслях о том, сколько пыток может выдержать такой монстр, как ты! Воу. О нет, Зак! Больно, тварь! Охренеть. Поразительно. Живой, живой. Смертный убийца, чудовище. Совершенный преступник. Заткнись. Выпусти не то же, что не у тебя, сука. Да, у меня это через Зака будет неприятно, но электричество в то же время речи. Стоило бы попытаться его освободить. Если она хорошенько постарается, может быть, я даже позволю ему уйти. Прекрати. Он же умрет.
Ой, да что с тобой не так? Зак всего лишь подтверждает, насколько он чудовищен. Разве это не весело? Да. И вообще, уж не думаешь ли ты, что преступники имеют право решать? Что ж, начнем казнь. Уважаемые зрители, наслаждайтесь, как корчится в муках этот урод. Эй, Рэй, ты поняла меня? Если ты не справишься, я не смогу выполнить никаких обещаний. Постарайся, слышишь, ты обещала мне быть полезной. Потом я изрублю эту чокнутую садистку. Так. Хорошо, я постараюсь. Взгляды ненавидящих преступника публика. Так. А чё ж тогда нам делать? Так. Именно в них цена смерти. Здесь зрительские глаза выносят приговор. Угу. Начнем. Угу. Так. А, все, я понял. Глаза зрителей, эти куклы есть аудитория. Что же сделать? Все, я понял. Так. По-моему, не имею таблички. Это... Подожди. Да блин, подожди. Стоп. Кукла сидит спокойно, не кажется, голова опущена. Кукла не движется и смотрит вниз. Ей не нравится происходящее. Так, отвернуть назад. Да, кукла сидит спокойно, не движется, кажется, он был вот. Ну, отвернуть назад. Блять. Ну.
Правда, ну как взгляд удерживает его? Если бы я могла сделать с головами, а у Зака есть коса. Кого? Не обращай внимания, помоги мне быстрее. Так, ну... А как он тебя, блядь, косу даст? Ты что, ебанулась? Ты шутишь, что ли? Ты подкинешь мне косу? Ча? Нужна мне! На что в тебя сделаю же что-нибудь? Держи! Достану! Руки сзади! Давай, давай! А, всё, подожди! Нужно было тряпку! Давай! Получим достану! Какого рода для взлета, как он попробует? Так, ну... Да давай, уже! Залезай! Давай, ну... Давай, быстрее, чуть-чуть осталось. Последняя, по-моему, голова осталась. Наконец-то. Прекратилось. Зак безопасности? Решетка открылась. Окей, Зак, как ты? Зак? Эй! Чё? Что так медленно? Хорошо, что меня просто парализовало. Живой? Тва, понятное дело. Слава богу. А я уже думала, что буду делать, что если ты умрёшь. Дура, ты что, решила, что я вот так просто сдохну? Поразительно. И в самом деле поразительно, я и подумать не могла, что ты выживешь. Ах, а ты прям очаровательна, то как чудовищный маньяк упрямо цепляется за свою жизнь. Ты идеальный образец, Зак. По правде говоря, я жду не дождусь того момента, когда ты сдохнешь, но... Я милостиво и приняв во внимание ее старания, позволю вам уйти. К тому же, эта пытка не первая. За каждое преступление следует наказание. Замечательно, не правда ли? Да, веселье так и прет. Эй, ты, чокнутая садистка. Этот отвратительный хохот выводит из себя, ну да. Если бы она не на экране, я бы давно ее прирезал. Это факт. Эй, давай сюда. Держи. А это еще что? Сколько всякой дряни наприлипало. Я отрезала куклам головы, вот и... Что еще за место преступления? Мочить кукол? Что с тобой вообще? Мне показалось, что секрет в том, куда они смотрят, вот я и отвернула их от тебя. Я тут чуть ли не вздыхаю, на моей косой всякую хрень крошит, беда не приходит одна. Половина на твоей совести. Заткнись, внимательнее надо быть, все, пошли. Да. А, 3, 2. Так. А здесь у нас что? Решетка. Закрыта. Эй, открывай. Угу. Она не ответит. Черт.
Да уж, у этой бабы одна забота – подглядывать. Зак, что ты знаешь об этом здании? Ты уже спрашивала. Да, но подумай, что ты знаешь об этих людях. Об этих людях? Они отвратительные, ничего больше. Для начала слоняться за предмелы своих этажей они не могут. И лишь изредка показывают лицо. Я с этими лжецами дел не имею. Лжецы? И ты захотел их убить, да? Чё? Да ничего. Пойдем проверим остальные. Так. Выговор. Больше идти некуда. Я чувствую, что там очень опасно. Нет смысла размышлять, опасно там или нет. Реши уже что-нибудь. Так, пока не заходить. Да что с тобой? А, окно грязное, подожди. Чем на B4 жарче. Вот этой ткани можно вытереть пот, только грязная она. Да что ты, серьезно, она же помойная. Даже не приближайся с ней, меня сейчас вырвет от этой вони. Это отвратительно. Так. А, ну это я знаю, так. Так, хорошо. А чё ж тогда делать? Черт. Так, запертые двери. Ключ от сейфа. Человеческая фигура в красной. Символ человек с безобразной ногой. А, вот и сейф. Этот ключ не отсюда? А откуда? Сундук? Интересно. А как эту хрень тогда открыть, вопрос? Если это вообще не отсюда. Текс. Так, ладно, хорошо. Такс. Кривые дверцы? Нет. А чё тогда ключ? А откуда ключ? От чего, точнее?
ключ-карту? Да, подожди, ключ-карту это понятно. А, вот и сейф, блядь. Пульт. И все. Ага. Да ладно, в гигантском сейфе лежит только пульт. И что с этим пультом делать? Пульт, пульт, пульт. Телевизора. Вот этого телевизора, что ли? Давай. Ну, как ваши дела? Это видеосообщение для наших преступников. Оно предназначено для разъяснений. Допустим. Ядовитый газ, но это уже... Чё? Протёк, протрёпанный противогаз. Послушно сдохнуть. Ах да, мне станет скучно, если вы будете умирать слишком медленно. Более ядовитым газом. Проверить оставшееся время на мониторе. Желаю вам провести время. Что будем делать? По ее словам, отсюда можно как-то сбежать. Так, найти выход постараемся. В любом случае нужно скорее найти противогаз. Так, думаешь, я должен его надеть? Из этого шнура далеко уйти не получится. То есть этот комнат не может использовать его. Надень ты. Ладно, но если ты умрешь, то тогда. Ну. Что еще за мной, если ты умрешь, я не смогу выйти отсюда, ты об этом не подумала. Тогда через какое время поменяемся, так-то лучше. Всяко лучше, чем если бы я допустил твою смерть. Так, а что нам делать, вопрос реально? Так, подожди.
Ага, подожди. Матрас. Что-то есть. Так, стоп. Ложимся. Пробую разрезать матрас. Так, а чего ключ? Вопрос. Проволока. Где же она пригодится? Проволока. Так, что? Проволока же получается. Сюда подойдет? Стоп, какой пункт подойдет? Блять, а где тогда? Что ж делать-то? Чё? Песочные часы на экране? Нет. Чё, серьёзно, проволокой очистить? Не вариант. Делать-то. Кривые дверцы, подожди. Так, стоп. Да, блять, а что делать тогда? Иголка не подходит, ложится тоже. Что нам делать? Сдвинуть? Пол, что ли, наверное? Подожди. И попросить этого. Дурацкий противогаз. Нерви внутрь, отвали, блин, за нафиг он вообще нужен. Как открывать воздух от вредных веществ? Чего? Понятия не имею, о чем ты. Штука очищает, поэтому не снимай. Очищает? Видишь, что-то, Блять. Слушай, ты, наверное, уже надышался? Похоже. Не вздумай умирать. Напрягай, знаешь, я хороший трепат, лучше разберись с этим поскорее. Этот раб для тебя никто не сделает, блять. Да ёб твою мать, не буду говорить с тобой, приходи, когда что-нибудь найдешь. Да, блядь, в смысле найдешь? Ну и что тогда делать? Чё, блядь, на полу сообщение, серьезно? Порядок шагов, на полу какое-то сообщение. Влево, вниз, вправо, вниз, вправо, вниз. Ебануть.
меняться. Блять, в смысле, а ну-ка. Если поменяться. Ну, поменялось бы с ним, блядь, ну. Иди в Заку, алло. Он говорит, что... В смысле, что не найду? Я же нашел. Боже, это сообщение сраное. Порядок, блядь, шагов. Хотя у нас нет времени, если мы дальше не сможем идти. Ну да. Давайте уже. Ну что, я проверю, там где-то не смогла. Ага. Ладно, давай решим. Так. Да. Кого нас смотреть может? Труп. Там, подожди. О, тут написано что-то. Что еще за блин, я даже стреляю в призрак, как делать это нормально. Он же вроде и делал нормально, блядь, что за хрень? Как это пройти, как его, блядь, двигать? Как его двигать, блядь? Получена кочерга? Серьезно? Так, кочерга. Тяжелый мешок. Камни там что ли? Чё? Опа-на. Чё, долго ещё? А в смысле, я ж хотел быть этой. Стоп, подожди, а мы можем? Вот эту хрень сломать. Так, подожди, я что-то уже запутался, а что делать дальше? Тяжелым.
Серьезно, весы? Да, уже не знаю, мешок. Тяжеловатая хрень. Весы. Да, блядь, весы это понятно, а что делать? Не может он сделать, блядь, это. Кто-то ее отрезал. О, ногу отрезал. Я принести, что ли? Кому принести? А, на весы? Серьезно? А ну-ка, стоп. Офигеть, все как здесь запутано. Можно... Чё, серьезно, можно было сломать? А ну-ка. Ломайся давай, блядь. Да развались ты уже. Ага. Давай, смотри, как надо. Смотри, что-то есть. Щетка для чистки. Все, понятно. Так, кто придурок туда эту фигню положил? Поехали. Так. Где четко? Где какая кочерга? Четко. Ну. Серьезно? Да, блядь. А, она что ли должна чистить? Да ты гонишь. А вот его же, да? Пиздец. Вот такое прохождение, когда он не может почистить. Я манал. А что тут? Серьезно? Как-то гаденько, обливать хочется. Может, я дурак, но я больше ничего не вижу, надо возвращаться. Так, окей, давай. Поменяться. Эй, что? Не знаю, что делать дальше, ясно, меняемся. Ну да, помоги уж. А вот и держи. Понятия не имею, что за меня, если ты разберешься. Кочерга, мешок, щетка, нога. Реально не понимаю, что делать со щеткой. Дело не то, что в щетке. Тебе еще что-то не устраивает, потому что денег, кроме этого брафа, там больше ничего нет. Ничего, я разберусь, окей. Тогда надо... Короче...
почистить. Что это даст? Так. Если вы совершили преступление, осознайте, какую часть тела вы это сделали, отрежьте ее. Положите на чаще весов эту часть, и тяжесть совершенного преступления, однако, если это не повинна душа, ваша надежда никогда не будет вознаграждением. Так, виновная часть и тяжесть. Ага. Следы ногтей. Так, а что тогда? Виновную часть тела. Серьезно, если только строится? Да. Вот сюда положить виновную часть тела, туда. Похоже, нам будет тяжесть преступления. Только открылся, что там? Держит старый фонарь. Серьезно, получит фонарь. Внутри видимо. Ничего. Должно быть они где-то в другом месте, в том как где. Читаешь мысли, значит. Ну завтра стоит не советоваться с тобой. Охренеть просто. Ах, жестко, жестко, даже в прохождении чуваки тупят. Ну что дальше, алло? Что нам делать? Серьезно, к Заку? Реально, там же было посоветоваться, стоп. Я думаю, что еще проверить. А, я подумать. Ну да. Как будто я могу найти что-то, что ты не нашла. Ну. Вообще, есть кое-что. Где? Какая-то дыра наверху. Но я тогда даже в стопный ящик не достану, куда уж тебе. Понятно. Так, ну и чё? Рэй, подойди-ка сюда. А как же противогаз? Да черт с ним, все равно он сломанный. А, вот. Да. Пришла, тогда вперед. А, получилось. Так, не расслабляйся и развелись этим поскорее. Ага. Так, отверстие открыто. Наверное, там уже только этим без батареек. Можно достать из чего-то. В смысле не то. Не то, а что тогда? Ножницы, что ли?
А чем? Ты гонишь? Да ты, блядь, гонишь, а чем? Да в смысле? Точно, в пульте батарейки стоят. Ну вот, теперь он съедет. Ну, пойди. Это не нужно. Может, не может еще убить. И... А я откуда знаю, куда? Налево и вперед. Какой-то проход. Так, что-то есть. Не дотянуться, может быть. Ну, так. И куда-то. А что если? Куда бы. А я откуда знаю? Идти вперед, идти вперед. Ну. Так. Куда? Да ёб твою мать, ну давай уже. Налево, серьезно? Опа-на, налево, а куда дальше? Налево и... вниз? А потом... Направо. Вниз. Да ёб твою мать, блядь, куда? Налево, вниз. Да, блядь. Ну давай. Налево, вниз. Направо, наверх. Да в смысле, блядь? Налево, вниз. Направо. Куда сейчас? Ребятки, извините, я еще тут думал, куда ее поворачивать. Да, налево что ли? Да в смысле не на... не налево, блядь. А-а-а. Налево, вниз. Налево. Да в смысле? Налево, вниз, направо? Подожди. Налево, вниз, направо, вниз. Да в смысле налево, направо что ли? Серьезно, блядь. Налево, вниз, направо, вниз, направо. Нашла. Наконец-то, да, ключ-карта. Так, вставить то устройство, возвращаемся. Ну... возвращаемся, алло. Так, значит, мы сможем, если вставим эту штуку входа. Да, наверное. Тогда идем. Ага. Да, блядь, быстрей. Эй, что с тобой? Всяко как-то размыто. А-а-а. Чёртов яд. Давай сюда карту, ведь сто... остал... Да, пожалуйста. Эй, держись, просто иди за... блядь.
Да давай быстрее, нахуй, сейчас тут все подохнут, блядь, как эти. Так, сюда вставлять, ага. Вставляйте уже, а? Что-то не... Да какого хуя? Блядь. Карта сломалась? Вот. Невероятно, поверить не могу, собственными руками все испортить. Глупенький за, карту вставляй другой стороной. Ох, не могу перестать снимать. Заткнись, понять не объяснять надо. Мы в любом случае дошли сюда, так что открывай. Вообще-то вы еще недостаточно наказаны. Должны же преступники соблюдать правила. Что ж, вынуждены завершить игру. Делать нечего, не интересно, пусть в комнату ярко сильнее. Знаете ли, вы когда-то сказали, мой дорогой, мой разлучительный. А теперь страдайте. Что? Если мы не выберемся, наши обещания не исполнятся. Чё, сейчас не подходящее время для таких разговоров. Ответь. Выходит, что так, в меньшее время должен выйти отсюда живым. Понятно, я. Постараемся. Не знаю, смогу ли помочь. Если мы будем вас отрицать, точно сдохнем, что сделать. Делать, что хуже. Так. Потом обмотать проволокой. Ага, еще чтобы сохранить тепло. Сохранить тепло ткань. Запах положительного входа. Yes. Так, сойдет. Да. Если это поджечь, то нет, наверное. Чего? Мы же сдохнем. Поэтому нужно быстрее укрыться где-то. Где же? Потому что-то основатое. Стоп! В смысле? Ящик. А, точно! А куда? Блять! Куда валить? Алло, блять! Сеть? Точно! Черт, горячо. Ну, выходим. Красавчики, ну. Охренеть. Эй, ты жива? Живо убираемся отсюда. Валим. Отлично. Наконец-то выбрались из этой чертовой комнаты. Эта баба, наверное, уже и не думала, что это произойдет. Эй, держись. Ага. Я была тебе полезной. Но это же ты взорвала все, чтобы выбить эту чертову дверь. Эй, мыши нос, мы справились. Угу. Это что-то совсем расклеилось. Да нет, все нормально. А по роже не скажешь. Все хорошо, не беспокойся обо мне. Ладно, идем, я не обрадуюсь, если ты подохнешь, мне нужно двигаться дальше. Ага, все хорошо, можем идти. Вопрос идти куда? Какие тупицы смогли выбраться? Похоже, я вас не оценила. Ахахаха, потрясающе. Надо пройти, надо, чтобы я похвалю вас. Я, конечно, упали, сука. Вот как всегда, блядь. В качестве награды я открыла эту дверь. Отлично. А, еще кто не открыла. Да, эта тварь смеется над нами. Это точно. Чё? Эй!
Слушай, мы не знаем, что еще за фигня может быть впереди, идем быстрее. Ага. Чё? А еще быстрее не можешь? Эй, иду. Так, подожди, что? А, блин, мы вообще дойдем когда-нибудь? Вперед пойдем. Да ты посмотри на себя, пойдет она. Хотя я один, в конце концов, точно забреду куда-то не туда. Все нормально, я могу идти. А, и сдохнуть по дороге. Я буду стараться не умереть. Постарайся, ты сколько влезет, но тогда силы кончатся, ты просто загнешься. Ну, конечно, тебе только хочется поскорее умереть. Никого не волнует, чего я хочу. Ну, тогда я буду стараться еще лучше. Вот ты вроде соображаешь, а все только твердишь одно и то же, как кукла. Тогда как поступить? Отстань своими мозгами, бороскинь, если ты человек. Если немного подождать, думаю, станет получше. Что там? Можно переждать здесь, давай не тормози. Угу. Камеры не снимают. Спящая и бледная, она еще больше похожа на куклу. Ладно, что не разговаривает хотя бы, но это ее вечно, да и хорошо, скукотища. Блин, почему меня это так раздражает? А похоже, я-то и на меня действует. Всякая чушь в голову лезет, дремну-ка лучше. Ага. Это что? От этого ребенка он нам совершенно не нужен. А, ясно. Что значит ясно, что делать? В саду закопай. Что, снова? Ты думаешь, это нормально? А что там делать каким-то выброшенным за гроши детям? Никто там его и не найдет. Угу. Блин, сейчас я, ребят, подойду. Так, да ё-моё. Но я не хочу, ненавижу прикасаться к гнили. А тебя никто не спрашивает. Кстати, он еще жив? Этот, похоже, на чудовище, обгоревший уродец. А, этот жив, конечно. Я не даю ему еду, но, похоже, он перебивается объедками. Это просто отвратительно. Тогда пусть он это сделает, пусть отродье расправляется с себя подобными. В этом есть смысл. Я уже давил на него, он заткнулся и закопал тело. Что, правда? Неплохо, да, объедки исчезают, но и помойка воняет меньше. Рук не хватает, но если оставить монстров живых, сгодится и он. Словно инструмент, да, подходящее название для этого чудовища. Тогда ладно, проблема решена. Я тут фильм смотрю, вали, не мешай. О, нет, снова эта ужасная расчлененка. А мне нравится. Чувствую себя обновленным, смотря на то, как убивают беспечных тупиц. Фу, отвратительно, терпеть не могу этот фильм. Такие зверские убийцы не умирают. Правда, прекрати, это же ты оставил его включенным, когда уходил из дома. Отвали, иди скажи этому ублюдку разделаться с трупом.
Зак. Проснулся. Зак. Идти можешь? Ага, все хорошо. Идем тогда, мне из-за тебя всякая хуйня мерещится. Прикол. Так, это сколько получается? 1:14, ну да. Нормально. Жизнь в тюрьме. Опять. Какая же ты назойливая. Ах, вы совсем не извинились. Тогда уж не ставьте вам инструменты для моих развлечений. Чего? Да-да, я о вас говорю. Так забавно наблюдать за вами. Всего лишь инструмента. Интересно. Что, о чем ты? Кто это здесь тупой? Инструмент, что ли, тошнит уже. Зак? Потом поговорим, идем. Так. Коридор. Чё? Что такое? Голос какой-то. А кто там? Останавливайся, этот голос. Чё это? Чё это ещё? Там рука шевелится, рука. Заботится до конца жизни, значит. Настолько гнилое, что разваливается от прикосновения. А все потому, что этот парень выбрал пожизненную заботу. Ну да. Ну зато его не использовали, уж лучше быть инструментом. Похоже, существуют еще большие придурки, чем я. Эй, не обращай внимания, он мертв. Уже мертв. Ага. Ну да. Идем уже, нечего тратить время попросту. Ага. Так, погнали. Так. Из-за темноты, ничего не рассмотреть. Что у нас тут? Лестница. А, через шипы канат, что ли, или что? Темно, смотри под ноги. Чё? Вы сюда добрались. Как видите, вам придется умереть в страшных мухах, если упадете здесь. Впрочем, в этом нет ничего необычного. У вас есть два пути. Между ними есть небольшая разница, но не заморачивайтесь. В любом случае, чтобы вы не выбрались, вы наказание вы непременно получите. Как же мне с вами поступить? Ведь пока еще вас двое. Разве вас не должно тут расстаться, осознав всю нелепость своих обещаний? Если подумать, они еще и абсолютно бесчестны, учитывая, что вы оба умрете. Так или иначе, в этой комнате пройти по одной дорожке вместе у вас не выйдет. А, желаю удачи, с нетерпением жду того, кто станет жертвой следующей пытки. Так. Черт, как же достало это все, когда мы уже сможем уйти? Сколько еще должен это терпеть? Только за этот отвратительный смех. Хочется выпотрошить ей кишки. Ну о чем ты опять задумалась? Ты мне обещал, помнишь? У кого что болит? Просто ты говоришь, что я все еще не выгляжу так, чтобы тебе хотелось меня убить, и на твоё лицо кислее лимона. И вообще тебе не кажется, что нужно сначала выбраться, а потом уже языком трепать? Я понимаю.
А пока мы здесь, можем попытаться сделать хоть что-то со своей кукольной физиономией. Все, прекращай уже говорить об этом, но... Обещание есть обещание, не указывай мне. Хорошо, прости. Идем. Так, а тут что, вообще ничего нет? Можно... можно перепрыгнуть? Такое расстояние у меня не получится. Блин, что снова тебе подбрасывать? И бросить мимо? В смысле мимо? Тогда ты угодишь вниз башкой прямо на них. Я могу не рассчитать, знаешь ли. Постой-ка. Что? 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 Веревки перерезаны. Вдвоем не получится. Что если одна пройду? А, что если ты сбежишь одна? Ну? Эй, что будем делать? Долго еще на месте топтаться? Придется разделиться, наверное. Не слишком ли опрометчиво? Не знаю. Не знаю. Фу, а если ты умрешь? И что тогда? Действительно, о чем я вообще спрашиваю? Иди уже. Ага. Так. Не попасться? Офигеть! Просто жопа. Ого. А, ну если так... Так, а дальше добралась. Азак. Ого. Это мы на экране? А чё там? Что, снова оружие? Они заставляют чувствовать себя странно. Но я не умру здесь. Но я зачем думать, я перво-наперво неплохо перепрыгнуть на ту сторону. Так. Блин, а теперь куда? Вот чёрт, добрался бы, если пошел в нужную сторону. Ага. Чёрт, далековато. Дерьмо, откуда ж лучше пойти-то? Зак, вернись. А, зачем это? На экране тебе хорошо видно. Двигайся так, как я скажу. Ну? Зак? Да понял я, сейчас вернусь. Хорошо, если бы ты шел, как я говорю. Так все хватит, и без твоих подсказок обойдусь. Ладно. Придется вернуться, так. А я откуда знаю, как правильно втыкать? Блять, обосраться просто. Игра замудрённая, я просто манал. Так. Так. Не сюда. О, может вернёшься, раз такая умная, хватит тут указания раздавать. А, ну да. Ха-ха, прикол. Чёрт. Вниз и направо. Дальше, а дальше? Офигеть просто.
Да что за фигня? Вниз и направо? Прыгни вверх на 4 шага. Да, иду я. Вверх на 4 шага. Отсюда налево и вверх. Потом наверх. Отсюда лучше видно, если я буду подсказывать. Так, ну. Отлично. Так. Эй. Выходит, теперь для каждого отдельная дверь. Похоже на то. И что будем делать? Я не знаю, может быть впереди. Слушай, ты как-то неважно выглядишь. Яд еще действует? Нет, все хорошо. Ладно, надо двигаться. Нужно постараться, иначе... Да я убью тебя, не беспокойся. Так, ну... Разозлился. Ну... Погнали. И что это за фигня? Значит, Зак пришел с той стороны. Опа-на. Шприц с неким веществом. Чё? Открыто? В смысле, открыто. Так, а что делать-то? Зак, это комната. Да, дверь заперта, а кроме шприцов здесь ничего нет. Ну и что делать? Обколоться этой дрянь и сидеть сопли жевать? Посмотрю, что в них. Так, игла острая, видимо, настоящая. Что мне интересно? Ну, естественно. Перед вами воплоти. Ага, Катерина Варт. О нет, как же вышло, что в комнате двое. Ну я уже предвкушаю что-то интересное. И что за дерьмо в этот раз, чокнутая сучка? Говоришь гадости, даже такой красивой собеседницы. Но одно место это уже приводит в экстаз. Заткнись, только спустись, я прикончу тебя. Да что ты говоришь, вот это вы здесь умрете, дурачки. Что мы должны делать в этот раз? Как ты думаешь, Рэйчел, для чего предназначены шприцы? Чтоб вводить лекарства? Верно. Чтоб выйти отсюда, каждый из вас должен делать инъекцию. Если в одном шприце всего лишь витаминки, то в другом нечто менее безопасное. Это очень мощное вещество, так что кто примет его, будет страдать от кошмаров. Кто знает, проснется ли он. Ай, где оно? Ой, я что-то запамятовала. Начнем с того, что выбора в этой комнате не предполагалось, ведь дорога сюда из предыдущей комнаты была разделена. Если повезет, получу витамин, а если нет, что ж, испытай судьбу. Все почему с двое? Я не ожидала такого. Я не думала, что это случится. Фу, противная девчонка, ах, ты всего лишь ребенок, пусть и сообразительный, по словам Зака, ты невыносимая скучная. Достаточно пустых разговоров. Раз уж вас двое, я веду особое правило. Можете обменяться шприцами. Или можете всадить хоть оба сразу, мне все равно. Однако вы должны вколоть себе все до последней капли, иначе будете навечно наказаны. Зак? Давай сюда, шприц. Так. Окей. Вот. Давай. Знаешь, какой из них опаснее? Не. Блин, я тоже без понятия, что делать будем. Я здесь подыхать не собираюсь, быть убитым этой бабой нет уж, прости. Тогда, может, я вколю оба? Еще чего, ты уверен, что вообще очнешься после этого? А если ты... Чего? Терпеть не могу, когда меня шприцами тычат. Раз мы не знаем, что это за вещества, сначала важно понять, как проявляются симптомы. Если тебе неприятно, сделаю это, хотя я не знаю, что будет. Не знает она, а если ты ласты склеишь? Тогда что нам делать? Вопрос в том, что будем делать, если кто-то из нас умрет. Клятва не исполнится, но ведь
Я не знаю. Прости, я не знаю. Ну да, тебе бы только сдохнуть поскорее. Что тут спрашивать-то? Ничего. По ее словам, мы друг для друга всего лишь инструменты. Я не знаю, что это значит поклясться Богом, но думаю, твоей смерти для этого будет достаточно. Слушай, неужели у тебя такая же кислая мина, даже когда ты думаешь, что хочешь умереть? Скучище, почему он должен прислуживать этой кукле? Ну, знаешь, у меня нет желания потакать этой бабе, впереди должен быть выход. Поэтому, может, используешь меня? Дай сюда. Постой, это же мой... Заткнись, и на всякий раз других вариантов или нет, но ведь... В конце концов, кто знает, наркотик здесь или яд. Если меня он может не убить, ты точно сразу конкет бросишь. Так что лучше вколоть его мне. Подожди. Даже не собираюсь. Дверь открылась. Идем уже. Давай. Направляемся, как говорится. Так. Черт, голова кружится. Еще и в глазах мерцает. За хрень? Чё? И чё это? Что? Ладно, я это сделаю. Ага. Чё? Зак, всё нормально, Зак? Что с тобой? А крыша у меня всё-таки поехала. Понятно. Мне всё равно. А, вот как, вот как же. Вот только сможешь ли ты... Чё? Ты всё ещё не выбрался. Да и моё лицо всё такое же скучное. Это ты мне угрожаешь сейчас? Да нет, ведь это ты поклялся. Это твоё обещание. Я не приказываю и не умоляю, я всего лишь спрашиваю. Сможешь ли ты... Что совсем дура. Мне сейчас глубоко плевать, насколько уныла твоя рожа, я еле сдерживаюсь, чтобы не перебить тебя. Пока я могу терпеть, это не случится. Но я ненавижу ложь. Понимаешь, о чем я? Да. Умница. Тогда я прошу. Не дай мне убить тебя прямо сейчас. Мысли. Опять бежать. Да ёпара СТ. Чё это за лабиринт, блять, фауна? Офигеть. Весело.
блять, я понял, как бы что. Серьезно? У меня получилось? Тупик? В смысле тупик? Та-дам! Добро пожаловать! Прошу прощения, что прервала вас на самом интересном месте, но в расстрельной комнате непременно должен произойти то, для чего она предназначена. Посмотрите на все орудия вокруг вас. Всего одна кнопка, все они открыты, вот великолепно, правда? Офигеть. Вашими сторонами было так забавно наблюдать, особенно за тобой, за мой идеальный преступник. Даже когда сдержится, ты все-таки не способен узнать свои инстинкты. И в самом деле воспитывай. Ага. Заткнись. Зак. Не подходи, превью. Смотри-ка, похоже, боль пробудила капельку разума в твоей башке. Не можешь терпеть? Рэйчел. Я за тебя кое-что подготовил. С этим мы в равном положении. А теперь убейте друг друга. Выжившего ожидает еще более изумительная кара. Да уж, веселье полные штаны. Что ты имеешь в виду? Ой, да прекрати ты, как невероятная замуга. Чего ты добиваешься своими расспросами? Думаешь, из этого что-то выйдет? Преступники не могут ничего изменить. Так что нет никакой необходимости искать смысл. Окей. Ну же, покажите мне, что это. Показать что? Серьезно? А я откуда знаю, стрелять, не стрелять? Так, допустим, не стрелять. Наверное, ты боишься нажать на курок. Так и не избавишься от клейма зануда, а? В смысле? Стреляй уже. Да ладно. Вы что, серьезно? А дальше? Ага, допустим. Давай, если ты не выстрелишь, я не могу терпеть больше. Не стрелять. Я не буду стрелять.
Ясно, я вынужден это сделать. Прости, прости, что тебе приходится убивать такую неинтересную куклу. Да уж, это отвратительное ощущение. Я же сказал, стреляй. С такого расстояния не промахнешься. Не буду. Ага, да что ты несешь в таком положении? А ну да, тебе сейчас только умереть бы. Да, но не поэтому. Я не выстрелю, потому что не хочу этого. Если ты меня убьешь, ничего страшного. Но это женщина. Я не хочу поступать так, как она желает. Ведь ни я, ни ты, мы не инструменты. О, да. Убить и быть убитым – это наше собственное решение. Ха-ха-ха-ха. Вот только не надо сейчас всякую ерунду молоть. Все, не могу больше. Давай хотя бы засмейся. Ты безнадежна, глаза как у дохлой рыбы. Знаешь, если бы этот смех был настоящим, было бы замечательно. Но ни у кого нет выражения лица лучше моего, когда я представляю, как убиваю тебя. Сам себя. Пора завязывать с этим. Становится преступником, а бестолковый Зак в состоянии эффекта покончил с собой. Я в отчаянии. Что ж, мое наказание приведет всех в чувство. Рэйчел, ты невероятно просто непостижимая зануда. Это не тебе решать. Да, тебя даже наказывать неинтересно. Ты вообще способна страдать, а, Рэйчел? Да уж, куда лучше, чем решить твоего Зака, чем тебя. Ты не способна даже нажать на курок. Кстати, зачем ты вообще пришла сюда? Что ж, делать нечего, придется лучше убить тебя. Потому что ты еще жив. Невероятно настоящее чудовище. Стреляй. Убьешь его? Конечно, разве кроме меня кто-то имеет право покарать такого осветительного убийцу? Прекрати. О, да, она в нее стрельнет. Ух ты, стреляй. Какая досада, что он с самого начала не был заряжен. В общем-то, не желающая стать преступницей, все равно не смогла бы выстрелить. Однако твое намерение все же пришло мне по душе. Бам. Что ж, раз ты такой живучий, я должна тебя наказать. Нет. Я не позволю, потому что Зак еще должен убить меня. Откуда он у тебя? Бам. А, где ты взяла пистолет? Ах ты шлюха, вовремя же показала свое истинное лицо. Отлично, грешница, теперь я казню и тебя. Я покараю демона, скрывающего за этим безразличным лицом.
Закрой рот. Ты выглядишь уж больно счастливо, когда стреляешь в чертова садомазохиста. Ему наконец-то убивать. Быстро же ты. Зак. Ага. О, сохраниться можем. Нормально. Так. А куда нам? Так, стоп. А подобрать мы не можем ничего у нее, да? Как ты? Живот болит, естественно. А, в тот момент ты с радостью спорол себе живот. Чего? Не оставь меня в один раз с этой самодозахиткой. Я просто подумал, что уж лучше умереть так, чем убить такую скучную тебя и быть убитым этой надзирательницей. Видела ее рожу? Да. Шедевр, ха-ха-ха, да и ты молодец. Вовремя собралась. Правда? Живот, конечно, побаливает, но это ничего. Ладно, идем. Может, отдохнешь? А, да это же просто царапина. Ладно, но не перенапрягайся. Фу, отвали, о себе лучше побеспокойся. Ништяк. Так, что за компом? Множество кнопок. Дверь. Да ладно, как же она... Ну да. Эй, делать-то что? Может быть, переключатель в том устройстве? В каком? Так, видеонаблюдение, переключатель, а вот открытие двери. Да уж, неплохо она со всеми этими ловушками управлялась. И кнопка управления лифтом есть. Дверь в этой комнате тоже открывается. Давай, открывай уже. Теперь должно быть открыто. Отлично, молодец, идем. Пошли. О, куда эта дорога ведет? Ого. А, мы ворота открыли. А, что-то место уж более знакомое. Мы же в самом начале проходили здесь. Серьезно, это вот так здесь она развлекалась, так близко. А, черт с ней, главное, что она мертвая. Здесь была еще одна запрямлена, лифт может быть за ней. Ага, наконец-то вылезем отсюда. Так, подожди, здесь что ли? Натуре? Если вы хотите открыть дверь, сообщите Богу имя, если вы честны с собой, сообщите ему пребывающее вас имя, после чего поймите, чем его меня. Однако, Бог не нуждается в падших. Недолго ты еще собираешься читать это? Опять какая-то чушь? Ничего особенного. А, что ж ты вчитываешься в нее? Извини, идем. Ага. Дверь лифта закрыты. Не открывается. Столько прошли, на тебе. Разве та кнопка не открыла лифт? По правде говоря, переключателя лифта там не было. Надо подумать. Да уж, это по твоей части. В стене есть углубление. Это... имя. Таблички. Точно! Так. Сообщите Богу имя. Так. И с именем Зака. Так, подожди. Угу. Ну? Ну что за имя нажимать сначала? Айзека, что ли? А ну-ка. Вот так, я должен поехать. Эй, у нас же еще одна осталась. Осталась, я выброшу. Думаешь, можно? Ого.
Вряд ли она понадобится. Ага, открылась. Поехали. Подожди. Что? Что такое? Слушай, Рэй. Знаешь, ты вправду отлично справилась. О чем ты? О том, как ты выстрелила в эту сумасшедшую тетку. Я даже очнулся. Ага. Кстати, Рэй, как ты вообще здесь оказалась? После того, как побывала на месте убийства, я пришла на прием к психотерапевту. А очнулась здесь и в самом низу. А, то есть ты не знаешь почему? Ну да. Слушай, ведь это был не тот пистолет, который она дала тебе. Нет, это мой. И где ты его держала? В сумочке, завернутым в носовой платок. Ха-ха. Со дня убийства я всегда ношу его с собой. Знаешь, было бы лучше, если бы ты воспользовался им в самом начале. Я не могу убить себя, Бог такого не простит. Да я не об этом. К тому же тот, кто убьет меня, это ты. Я все понять не могу, ты совсем поехавшая или прикидываешься? Ай, черт с тобой, правильно сделала, что выстрелила в нее. И вообще, ты все-таки здорово рассчитала. Тебе понравилось? Ну да. Да и тебе похоже. Хм. Огу. Так. Приехали. Куда? Чё? Чё такое? Зак? Чё, умер, что ли? Да ладно. Зак? Офигеть, и нам не показали. Продолжение следует. Интересный был поворот, интересный, да. Ну что, ребят, мы, в принципе, прошли второй эпизод. Вот. Так что всем спасибо за внимание. Мы увидимся уже в третьем эпизоде, когда вы будете к этому готовы. Ну а всем спасибо, что смотрели. С вами был Казуко Фэмили. Мы старались пройти полностью второй эпизод, чтобы вам понравилось. Оно сделано до анимешки. Игра первая вышла, а потом вышла манга, а потом уже анимешка. Ну а всем до новых встреч, ребятушки. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока.